Если вы не любите матовые жидкие помады, потому что они жутко пересушивают вам губы и некомфортно их носить, сегодня я вам подскажу способ, как этого избежать и как из любой, даже самой некомфортной матовой помады сделать, если не какую-то суперкомфортную, то, по крайней мере, такую приемлемую для комфортной носки. Я об этом трюке узнала недавно, но вот как только испробовала его на себе, то вот назад дороги уже нет, поэтому только так. И все тут заключается в подготовке губ перед нанесением жидкой помады. И здесь нам на выручку приходят масла для лица. У меня самое любимое мое масло — это Tarte Maracuja Oil, у меня есть такая малютка. И тоже я довольно часто пользуюсь маслом от iLook. То есть независимо от того, какое вы выберете, эффект один и тот же. Вы берете масло, набираете вот просто пол капли, наверное, этого масла в пипетку, после чего наносите на губы, совсем слегка вот так вот массажными движениями распределяете по губам, и после этого буквально сразу наносите жидкую помаду. Жидкую помаду нужно наносить очень тоненьким слоем. И что конкретно делает это масло? В первую очередь, это хорошее увлажнение для губ, но самый главный эффект, который она делает, это масло в целом очень не любят жидкие матовые помады, потому что матовые помады как бы снимаются с губ маслом или какими-то масляными текстурами. И когда у вас на губах вот такой вот как барьерный слой из масла, помада как будто не добирается до ваших губ для того, чтобы их сушить. То есть у вас как будто словно праймер или барьер из масла на губах своеобразный, который не дает вам просто вот этой вот текстуре матовой высушить ваши губы. Это реально работает. И вот даже я вот сколько раз говорила о своих любимых помадах от LA Girl Matte Pigment Gloss, но я говорила, что вот у них есть вот такой вот элемент дискомфорта, который они делают, вот они более такие липкие на губах, и, естественно, могут пересушивать губы, так как это матовая формула. И после того, как я начала пользоваться этим трюком, вот весь дискомфорт у меня, по крайней мере, пропал полностью. И теперь матовая помада для меня это как и любая другая помада на губах. И сразу забегая вперед, наверняка у вас будут вопросы по этому поводу. На стойкость матовой помады это абсолютно никак не влияет, вот как ни удивительно. Но ничего не меняется, помимо просто ощущения на ваших губах. Если вам этот трюк понравился, обязательно поставьте мне палец вверх. Можете это видео перепостить у себя в соцсетях. Помогайте вашим знакомым тоже с такими трюками интересными. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео в будущем. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!